Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я расскажу о кофемашине DeLonghi EN124. Ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров, включайте колокольчик. Своим мнением вы можете поделиться в комментариях. Вкусным ароматным кофе в любое время порадует капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso EN124. Компактные размеры модели позволяют устанавливать ее в кухне любого размера. Максимум вкуса и аромата подарят капсулы заводской фасовки Nespresso. Корпус кофемашины выполнен из прочного пластика и металла и отличается строгим лаконичным дизайном, который будет уместно выглядеть и на домашней кухне, и в офисе. Кофемашина работает с капсулами системы Nespresso, их ассортимент очень разнообразен. Самые требовательные ценители кофе и любители смелых экспериментов найдут бленд себе по вкусу. За нагрев отвечает термоблок мощностью 1260 Вт. Создается давление 19 бар, благодаря которому свойства кофе максимально полно раскрываются, а вкус и аромат получаются насыщенными и выразительными. Функция автоотключения после завершения работы позволяет сэкономить электроэнергию и делает устройство безопасным для использования. Панель управления удобно расположена в верхней части корпуса. С управлением EN124 справится даже неопытный пользователь. Для получения нужного объема ароматного кофе нужно просто выбрать и нажать подходящую кнопку. Через пару минут ваш эспрессо или американо будет готов. Благодаря встроенному резервуару для воды емкостью 0,7 литра одного наполнения хватит на приготовление 2-3 чашек напитка. Специальный контейнер для отходов вмещает до 10 капсул и поможет сохранить чистоту вокруг прибора. Поддон для капель легко снимается для очистки, и его можно мыть в посудомоечной машине. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и начну с отрицательных. Капает до начала и 15 секунд после готовности. Нельзя мыть стенки с химией, облазит покрытие. Мало пенки. Кофе выходит дороже в разы, чем в зернах. Очень шумное. Теперь речь пойдет о положительных. Быстро нагревает воду. Нет избыточных функций. Со своими функциями справляется отлично. Легко убирать в шкаф. Хорошая помпа. Есть возможность поставить высокую чашку. Можно не снимать резервуар для заполнения водой. Быстрый кофе. Очень простая в эксплуатации. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а также подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. До новых встреч на канале «Правильный выбор».